программу проекта на этот год вошли парковая зона во втором микрорайоне, дворы домов 10 первого микрорайона, 1 второго и домов 7 и 8 четвертого. Все работы уже подошли к финальной стадии. В четвертом микрорайоне уложено новое асфальтное покрытие дороги и тротуаров, расширена парковка. Завершающим этапом работы будет озеленение, и тогда уже преобразившийся двор станет настоящей жемчужиной. Но и сейчас он выгодно отличается от соседних. Я думаю, что больше нигде нету такого двора, как у нас, да, Наталья? Поэтому вообще никаких претензий ни к службам города, ни к чему. Все очень рады и довольны. Нам же увеличили место парковочное. Тут же раньше невозможно было не стать. Зимой это вообще до ДТП доходило. А сейчас все сливается, все стоят, все хорошо, чистенько. Ну, слава богу, наконец-то это все-таки сделали. Да. Ну, вот это вот, да. Вот. Ну, нюансы есть, конечно, но стало лучше, да, конечно. Для машин очень хорошо будет парковаться. И, в общем-то... Молодцы, что сделали такой хороший двор. Хорошо сделали, все нормально, расширили все, автостоянку, все в порядке. Мы довольны. Жители домов 7 и 8 очень хотели, чтобы именно их двор вошел в проект «Комфортная городская среда». Поэтому все вместе собрались и написали заявку на участие. Это могут сделать все собственники жилья города. Участие в проекте абсолютно бесплатное. Надо только проявить активность и полюбить то место, где вы живете. Стоит проявлять такую активность жителям других домов, потому что это как бы со стороны очень красиво смотрится. Вот, все тут ухожено. Я считаю, что соседние дворы тоже должны поучаствовать в таких делах и себе создать и хорошую стоянку для их машин, и озеленение, и детскую площадку. На данный момент уже 6 дворов Десногорска подали заявки на участие в проекте «Комфортная городская среда» в 2019 году. Еще есть время сделать это и остальным жителям. Заявки с прилагающимися документами подаются в администрацию с 16 ноября по 5 февраля. Не забывайте, что красота города зависит в первую очередь от каждого из нас.